Бенка просто-напросто убирает эту ненужную часть в виде заворота через Польшу. Он вообще не смотрит, куда я бегу. Он наверху ждет. Бегу. О, кто-то не услышал, что он сейчас рядом здесь.
Раз ты мне его не посчитал. А VPN-ки бывают разные. У меня стоит vpngame.net. Вот. И в принципе меня она устраивает. Не знаю, подойдет она тебе или нет. Для начала посмотри трассировку своего маршрута. Если у тебя она ужасная. Ну, если ты, допустим, живешь в Москве, у тебя пинг в районе 40, то значит, у тебя, скорее всего, она плохая. Поэтому для начала тебе нужно с этим разобраться. Вот такая стоит.